Итак, здорово всем. Всем привет, чат. Блин, некрасиво сейчас. Секунду. Так. Занавеска. Анти-КТ, так сказать. Противо-КТ. Так, трафик, здорово, смех, фанк, привет. Алексей, приветствую. Рокодил, здравствуй. Алекс, пипега. Пипега шпрот, да. Так, про турнир ответил. Гарри, здорово. Дед Пихто, привет. Ну, по традиции меня нету на главной твиче. Очень приятно. Написал узнать, с чем это связано. То есть, не знаю, может быть, кто-то из вас видит меня, может быть, там... Может быть, я слепой. Так. Короче, гоу, почилим. Присоединился я к турниру. 2 плюс 1, швейцарка. Не знаю, в первом туре я участвую. Видимо, нет. Да, первый тур я пропускаю. Окей, ждем. Давайте врубим. Мастер Феде играет с рейтингом 1904. Не так просто. Не так просто, чат. Кстати, мастер Феде не поднял ход Е5. Обратите внимание, какая культура Е5, выигрывая слона на Б7. Мастер Феде. Е5 и... Чик-чик. Чик-чик. Вместо этого пошел С3. Знаете, нужен какой-нибудь контент, типа я смотрю, как играют люди со званиями и плачу. Как вам такая идея? На первый тур я не успел, поэтому ждем моей партии. Пока наслаждаемся. Лим-лим, здорово. Из серии Арчи убери ладью. Ну, типа такого, да. Сегодня Нака плачет, комментирую своего Медьярова. В каком смысле плачет? Не очень высокий уровень игры, что ли? Или что? Ну, товарищ маэстро, F5, пожалуйста. Иначе конь Е7, конь Ф5. Молодец, смотри-ка. Конька. Хорошо. Ладейку, может быть. Значит, надо их зевками. Смотри, я каждый ход мастера угадываю. Ничего себе. Я бы, конечно, вот так и так, но... Хотел сказать, кто же даст... Просто взял и зашел в обжорный ряд. Вайт Джаков, здорово. Д5 тоже ничего. Я бы начал с ладья G7, чтобы сразу же на пешку напасть. Давай, обжорный ряд. Глава какая-то там в книге для начинающих. Вторую ладью. Ссылка на турнир есть? Нет, он... Ну, в смысле, есть, ну а зачем? И... Мне не сложно.
Кадинг, приветствую. Вот ссылка на турнир. Да? Просто не вижу себя на главной твиче. Шумер, приветствую. Санджокс, не за что. Паковали, мат. Ну, давай. По красоте. Поднял. Так, ну что, это пообеда. Вместо обеда. Да, кого посмотреть бы нам? Максим. Максим отыграет. Да хорошо у него. Отошел и провел ферзя. Молодец. Сосмирен смотрел? Нет. Нет. Более того, мне предложили завтра второй матч откомментировать. Я вынужден был отказаться. Вот. И предложили комментировать пятницу, субботу и воскресенье. Четвертьфинала отбора по Рапиду, чемпионат мира. Не по Рапиду, по шахматам Фишера, я хотел сказать. Тоже пришлось отказаться, к сожалению. Тупо нет времени. А так хотелось бы. Но в ближайшем будущем что-нибудь покомментирую. Что-то я в последнее время в основном отказываюсь просто. Физически не могу в 17 по Москве и 5 часов потом комментировать. Если знать заранее, там, да, там. Но дело. Так, и последнее. Ластецкая мат на b5 будет. Вангую. Не угадал. Не Ванга. Так, ну что, теперь мой выход, погнали. Так что не было времени смотреть СО с Мамедьяровым совсем. Так, ну это Алёхин, очевидно, да? Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Е3, А3, интересно. Давайте центр занимаем. Простое правило, если оппонент отдает вам центр, забирайте его. Неужели уетелка? Так, пока нет. Ну, я максимум беру. Как говорится, бери от жизни все, да? Забираем. Я бы еще и f5 пошел, но через коня не разрешено по правилам. Давайте так и так. Прорываемся. Король у соперника плох. И вот нет. Давай так скрыть. Защитил. Ну, пока, кстати, играет вполне себе неплохо. Ну, не лучшим образом, но без зевков. Без зевков, надо отметить. Так. Вперед. Вперед. В общем, максимально пехотинцев двигаем, да? Преторианцев наших. И задача при разносторонних рокировках скрыть вражеского короля. Пока отступаю и ладья 7. Стоп. Тогда не ладья 7. Давайте нападем на ладью. Так, брысь под лавку. И пошли вскрывать. Так, что грозит? Так, да? Ну, по факту. Окей, вперед. Могу себе позволить. Так, защитил. Ладья А7 я хотел, чтобы защитить пункт G7. Но теперь собственный конь нам мешает с вами. Поэтому в гоу, в бой. Начинаем разрывать позицию короля.
Так, подбой ставит. Видимо, жертвам бьем. Так, бьет пешкой. Куда пристроить ладью? Где она нам больше всего понадобится? Когда вскроется вражеский король? Наверное, на линии Б, да? На линии А одна, на линии Б вторая. Начинаем присуху. Так, ферзь вышел. Погулять. Ну что? Я требую продолжения банкета. Конь висит. Да, конь, пофиг. Не в коней же играем. Шахматы игра называется. Какие кони? Надо творить, творить, понимаешь? Стример должен творить. Так. Так. Опа, сюда. А, не получается, там конь b1. А я думал, король b2, ферзь a2, мат. Значит, сюда нет, пока отступили. Так, что он хочет? Давай, нападем разок. Один раз. Можно, говорят. Хочется какой-нибудь красивый мат влепить, но... Слишком бездарен для этого. Maybe. Времени нет, флаг падает. Беда. Банальные выигрыши вижу, но хочется красиво влепить. Да, все, флаг упал, ничего не могу поделать. К сожалению. Крокодил, спасибо за подсказки. Они очень нужны мне. Всегда думал, чего же мне не хватает. Нормально играть. Подсказка. Ладья h4 я ход видел, но не хотел. Понимаешь, все внимание на короля соперника. Блестящая партия, да? Гениально. Спасибо, спасибо за ваши аплодисменты. Так, продолжим следить за маэстро. Маэстро, кстати, в этой партии уверенно идет к победе. Красивый мат. Ну, скорее стандартный, из учебников. Так, коня на А8. Ну, кстати, грамотно играет. Я бы играл примерно так же, а потом... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну и так далее. Понимаете, да? Некрасиво. Пешка отрывается от своих. Очень некрасиво. Нет. Войска должны идти плотным строем. Мне, так понимаю, пора команду советник вбить. Да нет, как хочешь. Все нормально. Твои сообщения, они абсолютно хорошие, и в них нет ничего плохого. Я так просто. Типа пытаюсь отшучиваться. Я сегодня готовился к выступлению на большую аудиторию. Вот. И, честно говоря, мне все это уже не нравится. Две последних недели. Какой-то бред происходит. Так, а тут, похоже, проблемы. Непонятно, как поставить мат, между прочим. Чат. Ну-ка. Сюда. Матец, давай. Мы верим в тебя, не получилось, окей. Да давай линейный. Хорош. Что, можно так, потом так и мат. Нет, ну это для эстетов. Лига чемпионов G. Да нет. Причем, если Лига Чемпионов. Боты не смотрят Лигу Чемпионов, какая разница.
Так, Максим, 2 очка у него. Максимка. Давайте, как учил Накамура. Я, кстати, вчера с Владом обсуждал матч. Ну, уже после моего стрима, его стрима. Мы созвонились в скайпе. Вот, сидели, чилили. Вот. И обсуждали матч, да, и одна из интересных идей, почему Накамура не играл БЭ3 с Добровым. То есть, мне кажется, самый мерзкий ход, когда противник тебя превосходит в классе, с какой-нибудь ход БЭ3, он просто самый мерзкий. Потому что не подготовишься, ничего не сделать, то есть. Экзотик, здорово. Понял, Рокодил, печально. Ну, наладилось хоть как-то. Так, бьем. Лечение дало плоды. Так, давайте сыграем c5, заберем полянку на d4. Здесь очень хорошо расположится наш конь. А возможно и слон. На коня наехал, да? И f3 неохота, поляна ослабляется. В принципе, неохота. Можно, но нет, не надо. Maybe тогда h3 пойти. Так, ладья вышла. Ну что, второго отправляем или играем на ограничение? Вот вопрос. А времени уже нет. Флаг уже упал. Считай, партия проиграна. Ладно, давайте пока укрепим. Поля там, пункты всякие и прочее. Так, коника на d4. Потом b4, a4, прорывы всякие так взяли. Пешак не висит или висит? Подождите. Так. Шах. Закрышка съел и потерял тут. Ага. То есть пешак висит. Защитились пока что. Опять. Для меня неприятный ход. Так, ну хорошо, он пошел более приятно, якобы. Поставили коня в центр. Как раз вот и ладья на месте. Иначе был бы конь c3, ферзь d2 и ферзь... А, ферзь d4 не был, потому что ферзь d4 с шахом. И конь e2 не успевает. Осуждаю все, что нарисовано здесь. Чатик сегодня какой-то молчаливый. Переигрывает меня Максим, к сожалению. Переигрывает. Конь c3 угрожало. Пытаюсь как-то отступать, но уже хуже стою. Хуже просто. Конь g5 ход ожидался. Скрэппи, здорово, здорово. Приятно смотреть на игру, в которой нет ред-зоны. Слушай, а как твои видосы приятно смотреть? Я, правда, уже забыл все, но сегодня немножко было в свободном времени поиграть в PUBG. И я даже, когда в дом заходил, пользовался, так сказать... твоим советом, как смотреть. Вот. Так что прям с кайфом. Ну, как бы надо такое, конечно, пересматривать, если интересно изучать, но... Блин. Блин, я сейчас проиграю 1530 и все, и... Комби G3, естественно. Ноль ошибок. Что происходит, я не пойму.
1500 рейтинг у Чева. 1500, как? А, сейчас флаг уронит. Чел, быстрее, там комп подсказывает ход. Ну, быстрее, комп подсказал. Он не успевает вбивать ходы с телефона, к сожалению. Вот. Ладно, фиг с ним. Короче, он просто, ну, как бы у него телефон рядом, и он ходы там вводит, вот, и там движок ему подсказывает ход. И он тупо не успевает просто, вот, не хватает уже времени. Кто считается ибахом от мира шахмат на данный момент? Ну, смотри, если в интернете, то Накамура. У него есть канал на Твиче, можешь вбить ГМ, ну, гроссмейстер ГМ, Хикару. Хикару, вот. А так Карлсон и Бах от мира шахмат в PUBG, если так вот мыслить. Я, скорее всего, в мире шахмат что-то типа Scrappy Go, если ты понимаешь, о чем я. Шутка. Птеродактиль, здорово. Бенфика сама себе забила. Ну, надо же было кому-то забивать. Серчер, привет. Крокодил, прочитал, да. Так, а оппонент ищет первый ход. Думает, куда же упасть. И находит ход Е4. Вот какой-нибудь гамбит. Надо удивить соперника. Давайте новолатышский гамбит. Динлижин силен сейчас. Ну да, есть такое. Не так плохо. Скрэппи с муботом разговаривает, ясно. Нафига чел записался в турнир, если он тратит на каждый ход там по 10 секунд? Ну как по 10, то есть. С данным контролем надо играть быстро. Давайте смахнем тузов, окей, и выиграем в эндшпиле. Так, сыграю так, хочу слона на Е6 в 3-0, то есть в 3-0, G5, слон G7 где-то в вариантах, может быть даже прямо сейчас. Изолируем пешку F4, 3-0 и забираем. Спасибо за поддержку. Бокс Докру, здорово, здорово. Спасибо за поддержку. Как дела у тебя? Так и изучение PUBG продвигается. Я знаю, ты любишь смотреть стримеров по PUBG. Так, грозит так и так, неприятно, надо подзащитить. Вот в чате есть скрэппи, вот, если интересно, можешь смотреть его стримы и особенно видео. Он думает в дебюте выиграть и добить. Угу. Ему просто надо играть с большим контролем времени. То есть не тратить время на вот на ерунду типа 2 плюс 1. Ну, если ему хочется подумать, ну, выбери себе более большой контроль времени. Как бы и катай с кайфом. Иначе, ну, сделал 20 ходов и уронил флаг, то есть все. Как бы. Ну, играть, кстати, неплохо. То есть поля там, все дела. То есть такого прям для своего рейтинга, ну, хорош. Реально хорош. Отрезаем.
Как я уже рассказывал, слон идеально режет коня через две клетки, потому что конь не может ходить вперед, только назад. Висит пешка. Давайте, может быть, так укрепим, окей. Слон защищает. Так, конь неприятный, стоит ли его вырубить? Или рано? Есть еще вот такая опция. Ля, там прям тактический штурм. Ну погнали, погнали вперед. Итак. Сюрприз. Так. Дракарис очень профильная команда. Да, это я не сам догадался, один из зрителей предложил. Почему у тебя только 2.0? Я на первый тур не успел. Вот, и не играл. Так, продолжаем наблюдение за мастером Фидея. Так, маэстро. Вообще, король плохой, скорее всего. Что ты делаешь? Почему ты пешку не забираешь даром? Что происходит? Ферзь f2, и что? Бабка очень неплохая игра, год смотрел ее вместо шахмат, пока не увидел твой стрим случайно, как раз ты тогда дебют Карлос наиграл, мне стало интересно, я отложил папку в сторону. Не знаю, я до сих пор смотрю папку с большим удовольствием. Мне игра чем-то напоминает шахматы, то есть в ней нужен мозг. Вот. У меня его, кстати, нет особо. Почему нет ботов? Ну, снова нет на главной. Вот, я написал, попросил узнать причины. Да, просто из... Что? Ясно. Ясно, понятно. То есть... G6, ну ты обязан бить. То есть, ну либо какой-то шах там. Это не шах. Шах отсюда там. Ну что-то, то есть. Так, сори, могу съехать. Играю с победителем, между прочим. Вот сейчас партия за первое место. Ну не факт, кстати, что даже если я выиграю, я его возьму. Потому что первый тур я пропустил. Так, ну стандартная. Старушка. Укрепляю поляну сразу же вот. Вот и ладья держит. Пехотинца слона сюда. По-моему, это ошибка. По-моему, надо играть c6. Потому что неприятно постанова коня на b5, да. Но не факт. Опять же, может быть, я что-то путаю. Типа с кайфом. Играем и готовим план b3, a3, b4. Ну, не зевая, само собой, ничего. Это важно. Так, Кончита Мартинес пошла... Куда-то, пока сюда пошел, готовлю А3, Б4. Важно понять, на А3 у него нет опции А4, Б4, конь Б3, перс, ну куда-нибудь. Ага, бьет. Ля, какой, а? Ну, бьем. То есть неприятно, ферзь вынужден держать поляну, то есть и вперед. Понял, боксдок. Понял. Я всегда думал, что дела у прокурора. Не прокурор, случайно. Так, ну и погнали обратно, хотя там поле. Так, а что делать? Подожди, я вроде бы все сделал идеально. Как дальше играть? Шмен, привет. Привет. Перевожу коня на d5. Может быть, стоило готовить прорыв c5. Вот. Опа, мне кажется, ошибочка.
Александр, спасибо за рейд. Всем привет, кто с матча Уэсли Со против... Кажется, если не ошибаюсь, Со против Медьярова. Спасибо за рейд. Всем привет. Всем здорово. Так, он неприятный. Хочется его выкурить, если честно, может быть так? Геннадий, здорово. Он укрепляет. Ну хорошо, тогда мы возвращаемся. Дринкин Пирик, привет. Чемский, здравствуй. Не получается. Окей, Гарде. 47 секунд. Ромер, здорово. Так, отходить со слоном, вроде бы ты в 3, да? Ой-ой-ой, времени мало. Хорошо, убрали короля. Так, нам напали на ферду. Времени нет. Вот я b2 не могу там. Все провиснет. Так, хорошо, может быть, пока сюда все-таки. Боксдок, не ругайся, пожалуйста. Я не понимаю на этом языке, сори. Так, напали пока на ладью. Возможно, ошибка, кстати, укрепляем. Спасибо за поддержку. Так, c6. Взял. Привет, хорошей игры. Аноним Клаб, спасибо за соточку, благодарю, спасибо. Так. Говорят, Со выиграл. Ну вот вы спойлерасты, да? Можно так сказать? Спойлеры, короче, делаете, ребят, некрасиво. Я хотел посмотреть стрим, потом пересмотреть с прекрасными комментариями Александры. А вы вот мне все испортили. И не стыдно, главное, ведь вам. Похоже на бан. Блин, 7 секунд. Как жить-то? Ладья висит еще. Но не забываем песню. Не думай о секундах свысока. Бэкнул. И батя в здание идет. Спасибо за донат. Барса уступает Интеру 0-1. И тебе спасибо за спойлеры. Благодарю. Нас спросили просто. Что? Как он потерял ладью? Ну, там уже было неважно, но он подставил ее по отбою. Но какая разница? У меня ладья и две лишних пешки. А, не успел увидеть. Сори. Так, продолжаем смотреть за маэстро. Черные выиграли, соперник сдался. То есть маэстро Фиде снова проигрывает. За что им бан на халяву? Тут за бан нужно турнир выиграть, либо голосовалку. Согласен. Согласен. Так, еще играет. Ой-ой-ой, я, похоже, все равно не первый. Вот так вот. Сори, что все съехало. Фига тут четыре чела.
Джонни, привет. Привет. Опа. Ясно. Стрим-снайперы на месте. Надеюсь, он черными? Вот этот парень, вот этот. Алекс, он постоянно меня стрим-снайпит. Постоянно. Все, Ос Фараон, как здоровье? А причем если Ос Фараон, он уже не появлялся месяц, по-моему. И его нет в чате. Ясно, понятно. За стрим-снайпил таки. За стрим-снайпил. Давайте так, сходим. Удивим соперника. Пойдем в бой трезвыми. Он еще и модер. Вип, вип. Я бы сказал так, он топ донатер канала. Вот. За все время. Так, как наказать за стрим снайпинг? Давай, съедим. Сюда, поляну. Подъедаем. Взяли конька, внедрили. И укрепили его. Знаете, в чем разница? Он-то моего коня может съесть. У меня будет защищенная проходная. А вот он поставит коня. Я его съем. У него защищенной проходной не будет. Так, как пошел? Ага, бьем. Я думал, ЕД лучше. Чтобы слон... был более развитый. Но окей. Сдваиваемся. По F. F4. Ладно. Пока так. Ждем ошибок. Нужны от него ошибки, чат. Так, сюда. Хочу так. Ну так, он стрим-снайпит, он же знает все мои идеи, он видит, куда я хожу. Опа! А был бы в чате, знал бы, что слон же опять допускать нельзя. Грубая позиционная ошибка, либо h4, либо ферзь d2. А теперь имба-конь против тупого слона. Должно быть с кайфом. Окей, пока. Форточку. Коняра хорошая, но... Кстати, конь пока стреляет в никуда. Maybe тузов подмахнем, чат. И погнали наши городских. Лепрекон, не понимаю, о чем ты. Осуждаю тебя. На всякий случай, но... Вообще, как бы... Накамура это уличный боец. Смотрел такой фильм? С Ван Даммом. Вот. То есть он учился играть в онлайне, но Каспаров его действительно тренировал. Был такой период у них. Так, куда пошел сюда, ясно. Ясно, понятно. Погнали. Опа. Я просто зевнул. И вот это уже, чат, не смешно. Блин, я не видел взятия. Так, ладно, какой-то оправдываться. Сыграл в свою силу. На самом деле, заманиваю, конечно, на матч-реванш. Типа, поотдался он сейчас. Подумает, что он круто играет. И вызовет меня на матч-реванш. Там-то мы его и хлопнем. Испугался, смотрите. Коленки задрожали, вижу.
Давай еще 27 секунд, подумай и все. Он понял, что там нет мата. Беда, печаль. Ну ладно, владейники меня не перекатать. Это должно быть дро, но не факт. Ясно, с лишней пешкой ничью просит. Понимаю, понимаю. Фух, отскочил. Это ГГ? Нет, нет. Это было БГ с обоих сторон. В итоге он меня лишил первого места. Понимаю. Илья Перов, здорово. Спасся ничья, да. Блин, ну ходом БЕ3 я почти его заблефовал. Почти. Я-то видел, что АБ, ладья Б3 и мата нет, но... Я не мог это озвучивать. ГГ, да. Спасибо за фол. Договорняк. Угу. Такой договорняк фиг. Повторишь. Тебя часто пабгеры смотрят? Нет, скорее я часто смотрю пабгеров, и они обо мне узнают. Вот. А так из пабгеров я видел, что меня смотрел Батулин и Скрэпиот. Дрейнис знает, что я шахматист. Так, ждем Ластецкий. Так, тут ГГ, да. Пешка проходит. Я тебя в чем-то чать... А, понял. Не мне. Не-не, рокодил. Батурин стримил шахматы не из-за меня. Он, в принципе, в них там играл. Опа, наконец-то, наконец-то. Итак, битва двух мастеров. Ну, у меня звания нет официального, у соперника есть. Мастер Фиде. Неужели дебют Эльшада нет? Ну что же, давайте проверим его навыки. Передо мной сейчас мужик в аптеке попросил 10 банок дрожжей и аскорбина. Как же я понимаю? А что плохого-то? Не понимаю. Если бы он попросил бы 10 боярышников, я бы понял твой, ну, допустим, вопрос. Ну, аскорбинка-то чем плохая? Я его в пуле обыгрывал, не силен. Понимаю. В чем разница между международным мастером и мастером Фиде? Вот сейчас как раз и узнаем. Это, кстати, один из самых популярных вопросов. Мастер Фиде — это разряд, который можно купить за деньги. Международным мастером, чтобы стать, нужно гораздо больше денег. И всего. То есть, по-русски говоря, Федерация шахмат думала, на какие деньги бы ей сайт обновить. 15 лет прошло, и вот они обновили сайт сегодня или вчера. Вот, и придумали, а давайте сделаем звание мастер Фиде. Просто будем его давать за деньги, и все. Умные люди, между прочим. Челине, привет. Паулин Мастерс, здорово. Здорово. Челине, прям сердечко? Не, извини, я с мужиками не танцую. Не осуждаю ни в коем случае. Просто не пропагандирую, сорян. Так, куда пойти, куда податься? Так, пока поставить. Днище, привет.
Когда в шахматной школе занимался, был четвертый разряд. Вроде чисто на скилле без денег. Ну, понятно, четвертый разряд получить так же легко, как опытного в PUBG. Или какого там. Я там то ли какой-то эксперт, хотя вообще играть не умею. Вот. Примерно то же самое. Я танцую и не только. Твое право. Звони в PUBG мусор. Ну... Так, съели. Пожалуй, съем. Ну, кстати, эту партию он ведет отлично. То есть, пока. Явно ничего хорошего у меня нет прям такого. Чем я мог бы гордиться. Котенец может подвиснуть. Нет ли идейцы? 5. Нет. Минутка есть. Подумать. Проблема одна. Думать нечем. Не подсосешься. Ну ладно, давайте смахнем ладьи. Так, убрали слона из-под боя. Висит пешка. Защитили, грозит c5 с минус конем. Он понимает это. Слушайте, эту партию он играет как... Прямо как последнюю в своей карьере. Райхардит. Райхардит не по-детски. Не-не-не. Два осла. Единственная моя сила. Пока свалим. Двух слоников надо удержать. Так. Ну что, батю подтащим? Поближе к зданию. Так, слона внедрим. Теперь, если конь куда-то пойдет, то сразу же оп, и сюда. Король идет. Фиксируем через d3. Вводим слона в игру. Так. И начинаем захватывать пространство на королевском фланге. Слонов не меняем. Посмотрим на коня издалека. Нет, я сказал нет. Нет, сказала Кэт. Соглашусь лишь на балет. Так. Ну хорошо, ладно. Бэкнем. Напали, слона на g4. И постепенно разводки идут. Идут разводки. Он хорош. Как бы я осознал, что я был неправ. Вертится как прям на этом. Так, сейчас. Грозит вторжение. Он не пускает. Молодец. Шах королю. Блин, я уже настолько усилил позицию, что я не знаю, как еще ее усилить. Нету никаких матов. Нету. Пока постоять, может быть? Подсасываться начал, ладно. Блин, хорош. Связка. Под бой подставил! Почти под бой, чат. Рыба моей мечты, да? И конь бьет c5. Он не видит. Какая битва. Вот же можно видеть два мастера, чат. Два маэстро. Бля, какой, а? Сюда. На подсосе, так, подходим. Подсасываемся, так. Кто-то в чатике спрашивал, чем отличается мастер Фиде от международного мастера. Да ничем. Ух!
Но Алекс меня лишил первого места. Понимаю, понимаю. Пойду с приемом от Резона умирать. Хороший каток. Спасибо, что смотрел. Давай, скрепи. Удачи. Приу, привет. Привет, Ива. Привет. Да? Да. Короче, виноват Алекс. Вот он мне лишил меня первого места. Еще то, что я не играл в первом туре. Вот поэтому нам обоим бан. Сейчас вернусь в чат. Чат, поставьте плюс, кто хочет турнир со зрителями, минус, кто не хочет, плюс-минус, кто будет только смотреть, но не будет играть. Итак, плюс, кто будет именно играть на 100%, минус, кто играть не будет, плюс-минус, кто будет только смотреть, но смотреть при этом будет. Вот, поехали. Так, считаем количество игроков. Раз. Раз. Два. Три, четыре. Пять. Шесть, а я седьмой. Да. Смысла нет. Так, чем-то заняться. Давайте подождем в любом случае несколько минут.
Может быть, меня со второго часа на главную Твича отправят. Желающих играть не особо. Проиграл последнюю, но тоже играл не сначала, топ-6. Ну, неплохо, неплохо. А, спасибо за фоу. Давно штурма не было. Может быть. Штурм, может быть. Ну, я сам не хочу особо. Ни штурм, ни батл. Вот я предложил турнир для зрителей. В чате 238 человек. Это не боты. 7 из них, 6 поставили, что они будут играть. То есть, ну, берем калькулятор. Я где-то был. 238 делим на 6. Получаем 39. Не знаю, что я сделал, но... То есть желающих играть немного. Значит, турнир не нужен людям. Вот как бы. Объясняю. Сколько нужно? Ну, человек 20 бы... Ну, хотя бы 20 из... Ну, хотя бы 10%. Ну, там не 3% же или 4. Ну, блин, ну реально. Смысл стримить то, что нужно 6 людям. Спасибо за поддержку. Спасибо за минус 50. Если бы ты читал описание канала, вот, смотри. Вот. Я там не написал, что никакого мата, но ты мне еще в донатах будешь матом писать, то есть. Ничего. Минус 50. Да, ну все, посмотрел, меня нету. Так. Хорошо, чат. Чем займемся? Давайте, голосование. Поехали. Чем заняться? Пишите варианты. Сейчас я запущу. Так, голосование. Так, где у меня было? Да, вот оно. Сейчас. Турнир со зрителями играет по одной минуте. Турнир со зрителями 960. Игра со зрителями по вызову. Боги арены. Что добавить? Гоу равных соперников. Вчера были равные соперники. Я выиграл 6. Одна ничья, ноль поражений. Каждый день одно и то же делать или что? Так, окей, давайте тогда. Добавить что-то вот сюда? Гамбиты? Ну что ты имеешь в виду? Разбор партии Италии? Не, это я не готов, сори. Такой контент можно только заказать. Турнир 5 плюс 5. Турнир 5 плюс 5. Ну хорошо, давайте так... Варианты, где будет хотя бы два одинаковых вот сообщения, то есть два человека предложат вариант, я добавляю в голосовалку. Давайте так. Итак, смотрим. Равные соперники, это называется боги арены. Добавлено уже. Шахматы Фишера уже есть. Турнир со зрителями 960. Это и есть шахматы Фишера. Поиски я просто не найду. Не-не, чат, пишите того, чего нету.
И мы добавим сейчас. Вот, либо оставляем этот список и поехали голосовать. Грубые зевки. Это я умею. Я умею. Может быть, папк? Тоже об этом подумываю. И плюс 2 турнир. Окей. Вижу, 2 человека написали одно и то же. Добавил. Grand Chess канал, спасибо за хост. И плюс 0, Вова и Вестом. Это уже есть. Боги арены. Написано же. Спасибо за поддержку. Чел, еще минус 50. Ты мог закинуть 100, и твое сообщение хотя бы озвучилось бы. Сеанс одновременной игры. Окей. Давайте так. На Ческом можно одновременный сеанс. Там, короче, тебе отсылают вызовы, и ты принимаешь. Я как-то делал. Алекс как-то вот такой контент нам давал с вами. Вот. Но я не помню сейчас как. Но я думаю, разберемся. Сори за капс. Да, ничего страшного. Ну ладно. Поехали, чат. Значит, ставим 5 минут. Голосуйте. Ставьте номер варианта просто от 1 до 7, то, что вы хотите увидеть. Все. Какой вариант выиграет, он и победит. Ну, либо кто-то может заказать свой контент, но это уже такое. Как хотите. Скоро вернусь. Голосуйте.
Так, ну что, выиграл вариант боги арены, окей? Сколько проголосовали людей? М-м-м, 35 человек, примерно кайф. Так, убираем. Поехали тогда, катаем по вызову. Секунду. Так. Угу. Так, это вчерашний счет. Сейчас берем. Поиск идет. Так, есть пробитие, да? Microsoft. Играли уже с ним. Погнали. Из России. С любовью. Так, отводим коня, нападаем, вводим. Пока все теория. Бьем f6, бьем ферзем. Спасибо за поддержку. Чаще бьют конем. Машамор, ты уже внес в канал внешний долг Либерии. Спасибо за поддержку. Так. Хитрый вариант, да? Вам здесь, что ли, можно ладья f7? Или это не та поза? И давай по старинке, окей. Вообще, да, конь h5 и конь e5. Этого не следует допускать. Так, конь e5 сразу же. Так тоже играют. Так, если я взял конь h5... Проблемы со слоном, да? Так, а если наоборот? Интересное кино. Можно и так, оказывается. Хорошо. Будем знать. Будем знать. Боги арены это турнир? Нет. Просто играешь по вызову на рейтинг. Вот и все. Переводим слона. Так, куда это? Подожди, куда ты лезешь на красный свет, я не пойму. Напал. Висит, окей. Пока подкрепа. g3 ушел, например. Так, мата не грозит, хорошо. Ударов нет. Есть ли ход g5, интересно? Стоп, может быть, приколюшечку устроить? Мата нет, да, пока так. Где-то, может быть, g5, слон g6 и какие-то вот рентгены. Но все это пока в порядке разработки. Окей, бэкнули. Он просто развивается, да? Значит, g5 ушел. Погнали, ладно. Ослабляю короля, конечно, но идет конкретика.
напали. Они пришли ли ему эти самые чат? Похоже, надо отдавать ферзя, кстати. Потому что так-так. Да, ну короче, отдает он ферзя, но... Тут вот еще ништяки есть. И отсюда. У него два слона, мне важно одного из них вырубить. Опа. На халяву вырублю с кайфом. Вот какой вы хотите контент. Те 15 человек, кто проголосовали за. Ну окей. Первая была легчайшая. Просто легчайшая. Я, кстати, стрик, я уже, получается, 8 партий. Спасибо за поддержку. Не проигрываю. Пожалуйста, но пасаран. Но пасаран это что означает? Это на каком? На украинском? Чат, напишите. Сейчас, ладно. Алиса, переведи слово но пасаран. Понимаю, что вот так. Кого? Нормально. Игорь, отлично. Константин, надеюсь, у вас. Спасибо. Окей. Так, куда? Румыния. Угу. Капец, минус уши, моя тоже ответила во все горло. Ну извини, извини. Там есть кнопочка вроде бы. F6, ничего себе. Тут такие познания. Купим микрофон. Окей. На что? На что купить? Она мне всегда молчала. Понимаю. Я же не знал, что вот у тебя вот так вот. Ничья какая-то. Ничейная смерть шахмат, ребят. Эту партию, я думаю, выиграть невозможно. Я не знаю, что надо сделать, чтобы выиграть эту. Чижик. Из Румынии. Не знаю смыслом. Я покупал больше вот эту колонку из-за музыки и так далее. Но когда я понял, что настроить это супер сложно, то есть как бы я забил. Стоит она и стоит. То есть, есть не просит. Готовится вторжение, да? Вторжение. Сейчас он войдет на G1. Угу. Опа. Бэкнул королем? Зачем? Хорошо, гол. Пешки хоть как-то продвинуть. Так, а нет идеи ладья d5? Нет, не в этой позиции, да? Взял. Ага.
Ну, гоу, ладно. Чисто хочу проверить себя. Возможно, я просчитался и проиграл. Ну, что, наверное, скорее всего даже. Б6? Ты серьезно? Не рофлишь? Чтобы понимали. 2630 рейтинг Б6. После Б опять сдался. А здесь он, скорее всего, выиграл бы. То есть я просчитался. Я думал, что я первым становлюсь. Выключись, пожалуйста. Да, ну чел играет Б6 и Б5 сдался. Не Варик 2? Не, это Варик 2 как раз. Ну, по крайней мере, у меня написано Warcraft 2. Властелин колец тоже неплохие саундтреки. За них банят. Ну, то есть, они как бы... Авторское право и все такое. Я пробовал ставить. Видео заблокировано во всем мире. Ютубом. Это ну их нафиг. А Твичи не банят. Ну... Есть люди, которые смотрят не только на Твиче. Вот. Я видосы выкладываю. Ютуб блокирует. Поэтому, да, если, допустим, кто-то заказывает музыку, окей. Это одно. Вот. Тогда просто так ставить, чтобы заблокировали, желания нет. Так, куда там ферзь пошел? Ну-ка, на разменчик. Крепкий румынский шпрот, кстати. Сейчас зрители из Молдовы, дайте подумать, кто. Не понял, но очень интересно. Матрикс, здорово, здорово. Тоже любишь шпроты? В каком смысле? Переиграл, кстати, нас оппонент. В дебюте перехитрил. Что-то я сделал не так в своем коронном варианте.
Ты назвал соперника шпротом? Нет, у Владимира давно веселит. А, я понял. Ты просто не олд, понимаешь? Алды в курсе, как все это было много-много лет назад. Ты, оказывается, не олд. Ну, очень плохая позиция, слон плохой, конь хороший. Б. Оппонент играет идеально. Ноль ошибок. Ну, погнали. Нужно что-то менять. Нужно что-то менять срочно. Я не планировал менять ладью на коня, но что делать? Спасибо за фолу. Что делать? Так. Нужна контра и срочно. Не получилось. Похоже на первое поражение за два дня. Может быть, хороший тайминг, чтобы офнуть. Раз уж нас сегодня с вами опять лишили главной твича по непонятным причинам. Не фартануло, не фартануло. Как, ну как-то меня прям это самое по дебюту схватили и все, и мерзко было. Так, давайте глянем, что я не так сделал. Потому что уже не первый раз я ошибаюсь в этой расстановке. Угу. Все нездорово. Так, так, так. Угу. Понял. Сыграл ферзь Е3. Так не ходили.
Может быть, слон G6 это не точность. Градусник помогает? Мне нет, мне пофиг. Блин, я хотел пойти ладья d1. Он сыграл прямую. Красиво. Хотел сделать ход один, но сделал другой. Понимаю, понимаю. Это просто без пешки. Нам нужно что-то замутить. Шансы есть, он немножко недоразвитый. Так, фиксим фланг, начинаем запускать берлагу. На поле так, он укрепился, окей. Грозит. Пока обрезали. Спасибо вас, вон, благодарю тебя. За эту милую ложь. Наш пять интересный подход. Он уже готов, да, к ладья d8? А есть какой-нибудь удар? Ничего не дает в рублях. Ладно, тащим короля. Цитата Коблинца, понял. Угу. Thank you.
Не получилось. Стоп. Хотя с такой игрой от соперника, может, и получилось. Слушайте, я такого еще не видел в своей карьере. Пересдача просто, да? Или нет? Так и так еще спасается вроде бы. Фартовая. Да, не бывает в жизни то, что не бывает. А добавки же нет, я забыл. Я забыл, что нет добавки. Блин, я думал... Ясно. Yes. Я просто забыл, что нет добавки. Ну, уже выиграл партию. Этюдно. Этюдно выиграл партию. И забыл, что нет добавки. То есть я играл, понимая, что у меня на каждый ход есть плюс секунда. Я смотрю, последнюю секунду тянул. Так я думал, что это не важно. То есть мне нужно было четко разыграть, чтобы выиграть. Вот. Я забыл, что добавок нет. Так. Ну что, чат, есть ли у вас вопросы? Вот очередной провальный стрим. Так, значит, если есть вопросы, пишите. Сейчас я вернусь. Секунду. Вот, отвечу на них и пойду, значит, отдыхать. Не, Рокодил, неохота этим заниматься, если честно. Вот, спасибо за просмотр. Давайте сейчас я вас кому-нибудь отправлю. Спасибо за фоло. Так.
он стримит. Даня Народицкий, вот. Увидимся на днях. Всем пока. Спасибо за фоллоу.